об'єднання відповідальних громадян і Рада жіночих ініціатив проводять перший у Кривому Розі екофестиваль «Рудий пес». Городская, ну вы понимаете, это процессы гниения, да, это образуются горючие газы, метан в основном, его откачивают и потом используют там, кто куда, воду греют, электроэнергию получают и так далее. То есть это еще один ресурс, который у нас вот здесь вот уходит в небо, загрязняет атмосферу, а могло бы нести пользу. Показують екопродукцію, яка є власним виготовленням нашого інституту. Все виготовлено із продукції, яка без домішок, без різних консервантів. У нас сортировочная линия, которая сортирует мусор по цвету. А здесь у нас мусоровозы, собраны детками, которые умеют сортировать мусор по размеру. На мелкий и крупный мусор. У меня Мехенди Эко Арт. Не просто бьюти-услуга. Это украшение тела экологичными материалами. У нас локация посвящена велосипеду как самому экологичному виду транспорта. Вот. Знаем, что велосипед – это лучшее изобретение человечества за всю его историю. Это передвижение по планете Земля абсолютно экологичное. То есть все велосипедисты ездят на гречке. Один велосипедист, потребляя 600 грамм гречки, может проехать 100 километров. Schavanka is a small part of Shelter Plus. It works with children of different ages and they're here to support the ecosystem, as you can say. They were using recycled stuff in order to create arts and crafts, like this, for example. All the products and materials that were used here were recycled. It's a way for teaching children how to be better to the planet. Пропагандируем идею уборки за собаками в общественных местах. То есть, как бы, вот такая простая цель, ну, цель мы перед тобой ставим. Мы никого не ругаем, просто пытаемся рекламировать тех людей, которые это уже делают. Все, и это потом выбрасывается. То есть никакого даже контакта нет с, ну, с мышкой. У нас экологическая локация, мы предлагаем людям вот это, такие отходы, и они должны их рассортировать. Вот такая своеобразная памятка. Тут советы, как можно сократить использование отходов, чтобы их меньше было. Например, можно в магазины, когда там берешь на развес какое-то там или мясо, или какие-то продукты, которые на развес, можно не в пакеты брать, а носить свои контейнеры. Все это... Для того, щоб люди, які турбуються і піклуються про екологію, об'єднувалися і показували свої ініціативи мешканцям Кривого Рогу. Заглянув за обрій, як сонце заходить, і радує серце. Мою буди з тобою на крилі.